Привет, друзья! В конце ноября 2020 года, это ориентировочно 3 месяца назад, я стратифицировал семена липы и показал вам это в своем видео. И вот сегодня 10 марта 2021 года, проверяя свои семена в коробках, где они стратифицируются, я обнаружил, что одно семечко, а вернее два, уже проснулись. И буду я их сегодня сажать, как первые проснувшиеся липы. Вот подготовил два таких стаканчика для вот этих вот первых проснувшихся лип. Семечек, вот смотрите, какой корешок. И буду сажать. Я использую ложечку. Мне так удобнее. Землю я уже предварительно очень хорошо увлажнил. Где-то примерно на сантиметр. Вот тут глубоковато. Сантиметр где-то, и корешком, конечно, вниз. Ну и также второе, правда, у второго корешка еще нету, она только вот лопнула, но я думаю, вот-вот он уже появится, поэтому положу я его вот как бы на бочок, и пускай растут. Эта земля у меня лесная, а это покупная. Ну, посмотрим, в чем будет разница. Поставлю в теплое место. Это у меня будут первые экспериментальные, а остальные я уже буду рассаживать вот по таким вот ящикам. А иначе не хватит у меня места для такого количества стаканчиков. Да и сметаны я столько не съем. Ну что ж, ребята, сажайте липу. Она очень красивая, она очень полезная. Дерево-долгожитель. Медонос. Живет до 300 лет, представляете? Поэтому надо сажать деревья, друзья. А липа очень красивая и очень душистое дерево. На этом у меня все. Коротенькое видео. Всем пока. До новых встреч. А следующие семена, я думаю, уже вот-вот скоро проклюнутся. Я буду вам показывать, как я буду сажать по ящикам. Большое вам спасибо за просмотр. Всем пока. Хорошего вам настроения.